господа, мы рады приветствовать всех участников и гостей на международном фестивале Dance Платформа, организаторами которого является Международный фонд поддержки и развития культуры и образования «Мир на ладони». За 14 лет существования фонда проведено более 500 фестивалей и конкурсов детского, юношеского и взрослого творчества в Екатеринбурге, Казани, Великом Устюге, Санкт-Петербурге, Москве, Ярославле, Калининграде и Сочи. Ежегодно фонд расширяет свою географию. И в этом году мы уже в Крыму, в солнечной Ялте. Мы помогаем людям реализовать свой потенциал, вдохновлять других и вдохновляться сами. И прежде чем откроется фестиваль, по традиции хотим представить многоуважаемое жюри. Итак, ваши аплодисменты. Доцент кафедры танцев народов мира и современной хореографии МГИК. Лауреат всероссийских и международных конкурсов хореографического искусства. Победитель телевизионного проекта «Минута славы» на Первом канале. Автор учебной программы дисциплины «Методика преподавания джаз-танца. Город Москва». Хореограф-постановщик звезд российской эстрады Верхоляк Альберт Валентинович. Заслуженная артистка Украины, мастер сцены, солистка Академического музыкального театра Республики Крым, член Союза театральных деятелей Республики Крым, Бережная Мария Вадимовна. Доцент кафедры художественного образования Уральского государственного педагогического университета. Лауреат международных конкурсов современной хореографии «Город Екатеринбург» Хазбатов Ринат Саримович. Ну что ж, а теперь настало время объявить первых участников. Встречайте!